Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, Лига мастеров, забираем свой приз. Так, задание. Пройти серию испытаний, открыть колоду. Кстати, колоду давай откроем. Посмотрим, что нам тут выпадет. Ванька, что ли? Нет, Карайка. Как-то я так попутал. Забираем. Так, что у нас тут еще? Пройти серию испытаний. Ну, я хочу прокачивать дальше Карайку. Навыки. Что нам тут нужно? Так, 8 вот этих вот геймпадов. 8. Ух ты, один нашли. Один нашли, говорю. А где второй? Вот он, второй. Это не геймпад, это джойстик. Я все время их путаю. Джойстик, геймпад. Да, раньше, когда помнишь, да, эпоху ZX Spectrum, помнишь, там такие были джойстики. Я как их вспомню, ребята, они постоянно ломались. И они дорого при этом стоили. А без них практически невозможно было играть. Как еще вспомню эту игру Брюс Ли. Потом еще там что-то было. Да, ностальгия. Так, ну что, ребят, что-то мне не выпадает, я смотрю. Эти джойстики. А сколько я насобирал? Всего лишь 4. Ладно, мы задание уже с тобой сделали, поэтому будем искать уже в следующих сериях. Здесь забираем награды. Пройти серию испытаний. Кстати, серию испытаний мы можем даже пройти, наверное, сегодня полностью, ребята. Потому что мы с тобой заходим на второй круг. Ну, второй круг, я думаю, что не надо никому объяснять, что это такое. И, кстати, ребята, по поводу персонажа, которого будем переводить в платиновый ранг. Вы говорите только тех персонажей, которые еще не переведены. Кто-то писал про тигриного когтя. Ребята, он у меня уже давным-давно в платиновом ранге. Поэтому смотрите внимательно. Я же показываю вам специально свои отряды, да? Там же все прекрасно видно, кто переведен, а кто нет. И переводить нужно именно тех, которые еще не переведены. Так, ну что, а вот у нас и классический Шреддер. Как я тебе говорил, он сидит в здании 6-го канала. Зачем ему нужно было, ребята, захватывать 6-й канал, чтобы транслировать вот эту вот новость по захвату Манхэттена, я ума не приложу, если он мог это сделать спокойненько с технодрома. Там то же самое, есть огромный монитор. Видимо, выпендрёж элементарный. Вот это, кстати, мне нравится. Он вешает на себя иммунитет плюс отхил, плюс броня. Оу. Слушай-ка, парнишка, а... муж хорош уже. Блин, у него уже иммунка, что я делаю? Захотел в него постепенку повесить, да? Не тут-то было. Ну все, ребята, он не жилец, как ты видишь, он падает. Просит его пощадите, но мы не уклоним. Да, ребята, отлично. Что же, двигаемся с тобой дальше. Но, наверное, вначале сделаем все, что у нас есть, а уже потом сюда вернемся и допройдем. Давай так сделаем. Правда, я еще планировал сегодня одну игру снять, ребят. Ну, понимаешь, да, сегодня я пришел со смены. Чуть-чуть пораньше, ребят. Поэтому у меня есть возможность как бы снять видосик. Так, по идее, его не должно было быть вообще. Потому что я уже давно должен валяться в люльке и спать. Потому что завтра 5 с утра, завтра крайняя смена. А в понедельник, как я тебе уже говорил, будет выходной. Кстати, кто из вас догадается, что будет за праздник у меня? Завтра 23 мая, что за праздник? Я думаю, несложно вам догадаться, потому что ровно не буду я подсказывать. Ладно, поднять уровень персонажа. Поднять уровень персонажа, для этого нам нужно что? Мутагена, а у нас мутагена сколько? Мало, да? 3000. Ладно, давай сделаем с тобой тогда. Да вот, нет, подожди, мы хотели Пита прокачивать. Ох, 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 все, и мутаген закончился очень быстро, ребят. 38 уровень он получает, и это хорошо. Так, забираем здесь с тобой остатки роскоши. Так, сыра у нас с тобой достаточно. Теперь давай займемся фармом. Вот самое интересное. Мне нужен, ребята, кожеголовый. Всего лишь одно или два ДНК, я не помню точно. Вот как думаешь, сможем мы сейчас вытянуть, а? 10 сыра тратим, то есть у нас всего лишь 7 попыток. Поехали. Ай-яй-яй. Да чтоб тебе, ну... Да ну хорош. Блин, дай кожеголового мне. Ну, Рафаэль Космос, кстати, тоже неплохо. Так, ноутбук Дони.
И последние две попытки. Рафаэль и последние, ребята. Дудки. Дудки, они сказали, шиш тебе, Рэй. Вот дулечку большую тебе на все лицо. Не получишь ты кожеголова. Будешь фармить его до последнего. И действительно, ребята, мне надо будет его фармить. Он у нас за жетоны, да? За жетоны мне нужно 710, а у меня всего лишь 120. Это еще целая куча. Куча этих попыток. Немножко даже грустно мне стало. А, кстати, а что мы будем с тобой за монеты прокачивать? А? Не знаю, ребята, что мы будем с вами за монеты прокачивать. Лапекс опять? Или же все-таки кого-то вот, наверное, можно из черепашек космос, да? В принципе, у нас с тобой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 персонажей, которых мы можем с тобой прапать за монеты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 персонажей. Ладно, ребята, пишите в комментах, кого мы будем все-таки с вами апать. Мне очень интересно ваше мнение. Так, ну здесь мы ничего сделать не сможем с тобой. Так что паки мне не нужны пока. Так, сыр я потратил. Ну что, идем, наверное, на арену. А интересно, меня сбросили? Да, друзья мои, меня скинули на 81 ранг. Так, собрали волю в кулак. И у нас вот есть свет зари. Ты понимаешь, это свет зари. Это тебе не хухры-мухры. Вот так вот. Ну что же, с этой командой у меня пойдут самые-самые мои слабенькие. А самые слабенькие у меня начинаются с 35 уровня. Поэтому если, блин, а мы же не сможем с тобой набить здесь достаточное количество мутагена, потому что у нас его очень мало. И мало боев мы с тобой можем сделать. Хотя ты знаешь, нам никто не запрещает делать бои раз за разом, мы же за это тоже будем с тобой получать мутаген, по-моему, да? Или нет? Кстати, я никогда не пробовал играть после того, когда мы с тобой окажемся на топовом месте. Если там, например, буду давать мутаген, ну а почему бы не продолжить? Так, это, кстати, хорошая мысль, надо проверить. Так, 71-я позиция, то есть 10 ступенек я всего лишь пролетел. Так, тут у нас Риан. Мы тогда сделаем с тобой вот таким вот образом. И опять же будем отыгрывать наших слабых персонажей. Это Пит, Бибоп и Рокстеди. Ну-ка, давай-ка. Посмотрим, кто кого. А что тут смотреть, ребят? Ну что тут смотреть? Кто кого? Вот это вот мне... Ну это по старой привычке, да? Кто кого? Раньше, когда мы были слабенькие и не прокачали... Так, стоп, а что это такое? Я не понял, что это за новости такие? Что это за Усаги удар сделал такой слабенький? Но хорошо, что Армагон нас выручил. Он даже половину хп не отнял. Конечно, он на всех практически повесил постепенный урон, но Армагон мог бы и сплоховать. На 79 уровнях, ты сам знаешь, это ему позволительно. Так, ну что, 61 позиция. Окей. Так, у нас с тобой откатов пока хватает. Ну, давай возьмем, наверное, знаешь кого? Зека. Скорее всего, это Жека. Возьмем Жеку. Так, Армагон, ты уж извини, тебе придется вернуться в пачку и драться, да? Не получится у тебя отдохнуть, пока мы тут с ареной с этой не закончим. А даже если мы и закончим, то у тебя будет передышка всего лишь одна в понедельник. В понедельник мы от тебя отстанем. Хотя это не точно. Ну-ка. Пумс. Отлично. И добивка от Леонардо. Вот так вот мы с тобой делаем. Ну что же, 61-я, да, была позиция. Сейчас будет, наверное, 51-я. Я надеюсь на это, что 51-я. Да чтоб тебе. Слушай, мы даже, извини меня, не 10 ступенек пролетаем, а всего лишь 8, даже 7. Ну-ка, что? Конечно, блин, да что ты делаешь? Конечно, будем брать его в откат. Еще спрашивают меня, уточняют, а точно ли вы хотите? Нет, я так просто ради красоты нажал сюда, на эту кнопочку. Ну что, давай приступим. Так, шипы. Естественно, ребята, сразу шипики. Хопа. А если валуном? А если валуном, то им всем крышка. Вот так вот. Вот здесь бы могло спасти этот отряд вражеский, если бы, например, у кого-то была пассивка на броню. Понимаешь? Причем
если бы она стакалась независимо от того, будет ход этого персонажа или нет. Ну, то есть автоматически вешается и все. Вот тогда да. Тогда из них кто-то мог бы выжить, и нам было бы не сладко, на самом деле. Так, ну что, давай вернем опять Усаги здесь. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю уже выборочно. Так, у нас тут кто? Я видел Бакстер Стокман, там вроде бы зевал, да? Навозная муха и Леонардо плюс Майки. Ну, Майки нужно наказывать, тут понятное дело. Давай Усаги не подведи, потому что если ты сейчас промахнешься, он будет ходить. Ну? Постепенно урон его уничтожил. Поэтому Армагоша спокойненько добивает всех остальных. Да, а Леонардо оригинал и Микеланджело фильм, как говорится, довольны тем, что их никто не трогал. Так, и мы смотрим с тобой. 45-я была и становится 30-я. Шикарно. Так, ну что мы здесь с тобой возьмем? Катерину, Катеньку. Конечно же. Девушки, как говорится, вперед. Девушки вперед, и будем мы с ними разбираться. Поехали. Так, кто-то там просил в комментариях еще сделать бои персонажами одинакового класса или что-то типа такое, я не совсем понял. Ну, это, наверное, он хотел, имел в виду, что, например, Сплинтер плюс черепашки, да, там все одного, например, класса — это либо черепашки видения, либо черепашки космос, либо классические черепашки, вот в таком вот темпе. Потом, например, он предлагал взять Бибопа, Рокстеди, Шреддера, ну вот эту вот команду злодеев. Потом эти мультяшек, вот эти вот, как их там, анимутанты, анималити-мутанты эти. О, опять Катеринка здесь, ты смотри-ка, ей понравилось получать. Ну, так давайте, ребята, не будем ее, как говорится, обижать. Раздадим, вот, ребят, вот, видите, тигриный коготь, он в платиновом ранге. Кто-то предложил змею Карай перевести. Ну, ребят, если честно, змея Карай, ну... Я как бы не вижу в ней потенциала, если честно. Вот в ней, вот именно в ней, не вижу. Вот я вижу в обычной Карайке, да, в ней есть потенциал. Но она у нас, по-моему, уже переведена, да, в платиновый. Я вот не помню. А действительно, Карайка у нас переведена обычно или нет? Не помню. Вообще, желательно переводить тех персонажей, которые нам интересны. Именно у которых есть массовые атаки, чтобы, ну, довольно быстро и легко все проходить. У змеи Карай есть массовая атака, вот этот крик души, но такая слабенькая, что прям вот не хочется. Плей. Ну что ж, давай возьмем плей с тобой. Возьмем с тобой плей и сыграем против него. Кстати, по-моему, последний или даже предпоследний у нас бой остался. Потом пойдем на смятение из другого измерения. Так, Зе бросает бомбочку. Без нее никуда. О, как он мало... Как он мало отнял здоровья у них. Вот, вот что значит Армагоша. Ой, Шреддер. А вот Армагоша, естественно, на добивке. Все. Как говорится, без проблем. Здесь у нас все получилось. И мы с тобой двигаемся, конечно же, дальше. Так, ну, первое место или нет? Да, ребята, топовое. И вот я хотел сейчас посмотреть, будет ли у нас какое-то изменение. Давай-ка выберем с тобой кого-нибудь. Ну, например, возьмем Роберта. Возьмем Роберта, возьмем... Да вот этих вот всех наших персонажей возьмем. Стоп. Нам нужен подстраховочный, естественно. Я просто хочу посмотреть, будет ли у нас мутаген. Ой, ну да, мутаген зарабатывается. Или же все, это уже, как говорится, предел всему. Так, давай. Наяривай. Опа. На всех абсолютно висит постепенный. Ну, тут Армагон, естественно, добивает. И вот сейчас-то мы с тобой как раз и посмотрим. Неужели еще будет рулетка эта крутиться, а? Я не удивлюсь, в принципе. Ну-ка. Ребята, она не крутилась, и, как ты видишь, мы не заработали с тобой ничего. Ни мутагена, ни кубков. То есть смысла нету после того, как ты находишься на первом месте, что-либо делать. Это мы с тобой запомнили, да? Ну что, у нас мутагена с тобой... О, 12 тысяч, в принципе, ребята, это хватит для того, чтобы поднять Кейси Джонса. Да? До 40-го... А, даже 41-го он получил. Хорошо, давай посмотрим, кто у нас там еще в тридцатниках висит. О, Саблезуб.
всех для начала, ребята, переведем, да, в 40-е, а потом будем вот так вот с 40-х на 50-е, с 50-х на 60-е. Леонардо Космос у нас еще остался. Бедолага, а? Ну, бедолага. Кстати, у нас тут вот мутаген разыгрывается, но, по-моему, ребята, тут его мало нам дадут. 300, 600, 900, 1200, по-моему, 1600. Слушай, ну этого хватит для того, чтобы перевести того же самого, да, Леонардо Космос на 40-й уровень. Давай тогда замочим мутагена этого, мутагеноида. Вот, надо было просто его разбить и весь вот этот мутаген, который у него в этой колбе находится, просто слить по баночкам и разлить на наших персонажей, и все. И было бы нам счастье. Так, поехали. Тут, кстати, ребята, все очень быстро. Я, естественно, ставлю на автобой. Тут, извини меня, топовая команда. Супер Шреддер, Рафаэль и Леонардо. Лидер всех черепашек. Куда? Куда им тут с нами тягаться? Так, ладно, давай-ка тогда двигаемся дальше. Вот, уже смотри, уже мутагена сколько. Так, здесь уже 900. Потом тебе говорю, 1200 и 1500, да. 1500 будет в конце. А в совокупности будет довольно приличная сумма. Где-то около, наверное, 5000 мутагена. Ну-ка се, посмотрим. У нас уже сколько с тобой? Уже 2300. Сейчас тут 1200, это получается уже около 4000, да? И там 1500, да? Даже 5 с лишним, может быть 6000 мутагена. Тыч. Обалденно, но он 40-го уровня, поэтому он так легко разбирается. Все, двигаемся тогда с тобой далее. Надо как-то еще, ребята, поиграть нам в черепашки-ниндзя. Безумные мутанты, а как поиграть? Как вот, как поиграть, когда у тебя в резерве всего лишь 1 час? Естественно, эти игры сегодня не выйдут, вот именно в этот день. Именно, так сказать, в субботу. Они выйдут, наверное, в воскресенье утром, или же все-таки в воскресенье, но это уже будет вечером, когда я приду с работы. В общем, все зависит от того, как быстро у меня прорендерится видосики. Так, ну что, мы получили с тобой максимальное количество мутагена, которые могли здесь заработать. Да, и у нас с тобой 5 тысяч. 5 тысяч, и этого хватит нам для того, чтобы прокачать. Вот, смотрите, кстати, я вам сейчас покажу. Вот у нас Джастин, не в платиновом ранге. Тимати, Змея-карай, Паук-нейтрализатор, Бакстер-мух. Только не надо голосовать за Бакстер-мух, пожалуйста. Рафаэль Регина. В общем, тут очень много персонажей. Вот я, например, склоняюсь. Вот у нас очень мало с тобой баферов. Очень мало. Поэтому вот Мондо Гекко как бафер или как Донателло Провокатор очень даже хороши. Кстати, Микеланджело Ролевой тоже неплохо, который снимает дебафы с нас, со всей команды. Лисичка, в принципе, тоже неплоха. Крысиный король, вообще говорят, топчик, если его прокачать конкретно. Я не знаю, правда, ребята, это надо проверять, смотреть. Морзильная кошка хороша как хиллер. У нас хиллеров с тобой мало, ты это прекрасно знаешь, понимаешь. Вот этот Бибоп тоже очень крут. Крип, не знаю, ребята, он вроде бы как и провокатор, но он такой, знаешь, ватненький. Все-таки Леонардо оригинальный, наверное, лучше подойдет под роль провокатора. Плюс, не забывай, он провокацию вешает на себя еще и уклонение. Хан, вы все знаете, что у него офигенная инициатива, если его прокачать, он будет нехило бомбить. Север Монтес — это дебафер. Понижает броню, может понизить атаку. Рокслиди — это тоже, ребята, танк, это провокатор. Мы его прокачали недавно до 5-й звезды. Мы посмотрели, что у него за последний скилл. Правда, у него нет массовой атаки, у него просто бросок бит шипами во врага. Леонардо Ролевой тоже неплохо, кстати, ребята. Есть массовая атака и есть провокация. Эйприл Кунаичи. Ну, ее тут надо качать, ребята. Вот, короче, где-то... А, мы его не переведем в платину ранг, потому что у него, ребят... Да, что-то я тут замечтался. Вот где-то останавливается у нас на мутагеноиде. То есть, в принципе, персонажей хватает, ребят, на выбор. Так что я не думаю, что какие-то проблемы будут с выбором. Ну, а мы с тобой прокачиваем Леонардо Космос по навыкам. Давай, раз, два, три. И вот он у него тоже 40-й уровень. То есть в понедельник мы уже будем бустоваться, ребята. Не с какими-то там 30-ми уровнями, а уже 40-е будут у нас, понимаешь? Жалко, вот здесь не хватит одного, да? Ай-яй-яй. Так бы могли бы ему тоже 40-й уровень заклепать.
Так, ну что, давай идти с тобой в приключение смятения из другого измерения и начнем проходить вот этот круг. Как ты понимаешь, у нас это все будет без проблем. Кстати, мы можем с тобой получить мутагена за прохождение вот этого вот смятения. Хан. Кролики плешивые начинают. Так, опа, минус один. Давай хана с тобой попробуем завалить. Ага. Тихо-тихо-тихо, а он дебаф делает. Он сделал дебаф, а мы с тобой сделаем вот так вот. Сердцебиение, ребята. Постепенный отхил для всей нашей команды. Так, а он помимо того, что еще хиляет, он оказывается... А, он защиту повысил нам. Все, я понял. Я думал, неужели он еще и негатив снимает? Нет, ребят. Просто увеличил нам защиту, потому что, видишь, тут дебафчик все-таки остался на понижение атаки. Так, давай смотреть дальше. Что у нас тут? О, ребятульки. Здесь можно, кстати, сделать месть. А раньше мое любимое было... Хотел сказать, занятие. Любимое мое, как сказать, мой скилл был, это именно баф, который делает Усаги. Это контратака, ну все, наверное, помнят, да, ребят? А сейчас у него месть. Кстати, тоже очень хорошая. Месть, ребята, это вообще имба. Если, например, кто-то кого-то ударит, да, Усаги тут же делает контратаку. Тут же. Именно за того персонажа, которого ударили. Ну что же, здесь все очень хорошо. И все главное, что быстро у нас получается. Пицца у нас с тобой за глаза и за обе щеки. Так что можно, как говорится, проходить, не боясь. Ой-ой-ой-ой, грибочки, терпеть их не могу, ребята. И все, наверное, удивляются, почему я их ненавижу, да? А вы посмотрите первую серию. Начальные самые серии, когда я с этими грибами, как они нас разбирали, а? Я как вспомню, так вздрогну. Просто пару ударов по нам, и все. И они сносили, они же еще имеют магическую атаку, ведь так? О, ну куда же тут без грибочков? Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем ярость Рафа. Вот так вот. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, а? Под осиновик. Раф, давай. И ведь на Рафа, главное, нарывается. Ты посмотри, не на кого-нибудь, а именно на Рафаэля. Им, видимо, нравится, когда, да, получают звездюлей обратно. Так, Хана, дуплись. Молодец, послушался. Так, надо было Ваньку бомбить, потому что Карайка в любом случае сама погибла бы. На тебе. Я обожаю, когда мы так вот быстро с тобой и легко проходим. Ну что ж, у нас, ну, еще боев, ребята, здесь целая куча. Там, я не знаю, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, почти десяток, ребят. Почти десяток боев еще у нас. Ну, ничего страшного. Пройдем. Я еще очень много хотел. Кстати, вы в курсе, что обновление у нас было в игре Tower Conquest? Ну как, там ничего нового не добавили, но там немножко изменили само меню игры. Да, само меню игры, там что-то какие-то новиночки. Я сегодня заходил с утра, ребят, перед работой. Просто в комментариях прочитал рейд, там, зайди в Tower Conquest, обнови, типа... Я вначале зашел, через игру хотел обновить. Думаю, нету тут никаких обновлений. Потом зашел через Google Play, и да, действительно, там была обнова на, по-моему, на 112 мегабайт. 112 мегабайт, думаю, ничего себе, что же они там сделали. И да, ребята, и я просто к чему это говорю, что все-таки разработчики занимаются ей. Ну, как бы ее немножко корректируют, там что-то добавляют, возможно, возможно. Вскоре, я надеюсь, на это появятся какие-нибудь новые бойцы. Ну, очень просто охота, ребят. Вы знаете, да, мои игры, которым я отдаю предпочтение, это вот «Вперед на зомби-войну», это где зомби, точнее, где наши вояки выходят из автобуса и начинают бомбить зомбарей. Я все никак не могу дождаться 9-го эпизода, и будет ли он вообще. Кто-то мне еще перед Новым годом говорил, что скоро будет 9-й эпизод и какие-то новые уровни. Но это ничем не подтверждалось. Ну и также, естественно, я жду, ребята, Kingdom Rush игру Легенды. Да, но знаешь, что меня смутило? Потому что я зашел на их сайт официально и посмотрел, что эта игра в первую очередь выйдет, по-моему, на iOS устройство. То есть iPhone, iPad и так далее. То есть на Android она выйдет, но неизвестно когда. И меня это немножко расстроило.
Хотя в Стиме тоже вроде бы как есть. Вроде бы как есть. Я могу, конечно, сейчас заблуждаться, потому что весь интернет там перерыл, и могу сейчас путаться. Вот, а также я жду, естественно, ребята, новых черепашек ниндзя, которые должны выйти, но видишь, точной даты нету. Ну, очень хочется их быстренько поюзать, поиграть. А если она будет еще, ребята, и командная, то, скорее всего, мы с Селенойзом будем ее проходить. Мы вдвоем, например, и, возможно, кто-то из наших подписчиков. Будет прикольно, потому что там до 4 человек она поддерживается. Так, ну что же, давай, наверное, добьем. Блин, не получается, не шиша. Давай так вот ракетами с тобой тормошнем их маленько, да? Опачки, вот так вот. И вот так, шикарно. Надо бы, конечно, подхилять мне моих бойцов, но... Грибы, опять вы тут. Ну что же вы... Давай, 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 усаги. Быстрее их клепай, просто уже терпеть их не могу. И смотреть на них не могу. Они такие противные. Причем это не просто грибы какие-то, это люди-грибы. Да-да, ребята, они так и называются, прям люди-грибы. Сразу вспоминается эта песня, помнишь? Дождь там этот, а мы грибы. А мы растем как грибы, ёлки. Так, ну что, здесь все отлично. Мы с тобой идем дальше. Тут уже, ребята, заканчивается у нас цикл. Как ты видишь, у нас два здесь и... Тут еще поединок, и там останется всего лишь два матча для того, чтобы дойти до Крэнга. Ну, Крэнг уже для нас не авторитет, согласись. Он уже для нас не авторитет. А, кстати, насчет черепашки-ниндзя, безумие мутантов, ребята, там что-то, я не знаю, какой-то трэш творится. Я уже сколько делал прокачки и всего прочего, и я никак не могу справиться со вражеской командой именно на приключении. Но зато открыл себе нового персонажа. Правда, пока двухзвездочного, это Фрости. Да, это большой такой гигант. И я его не юзал, я не знаю, что он делает. Но он мне попадался в боях, и он бьет каким-то морозным лучом. Не знаю, что этот луч делает, но, мне кажется, наверное, замораживает. Но в любом случае наносит урон, поверь мне. Давай, Шреддер. Ай, красавчик, красавчик. И добивка. Нет, а вот теперь да. Шикарно. Ну что, остается два боя, и цикл закончится. Потом пойдем с тобой завалим, естественно, этих оригиналов, которые тоже для нас не имеют никакой, ребята, уже, как говорится, сложности. С такой командой, да хоть куда, ребята. Я говорю, единственный недостаток вот в этой игре, это почему у них предел 79 уровень. Ну, здесь 80, а именно вот на арене 79. Почему 80 не сделали? Я не понимаю этого. Что так их затруднило в этом плане сделать? Не знаю. Так, окей. А знаешь, что еще самое обидное? Вот ты, например, играешь в какую-нибудь игру очень долго, да? Вот как, например, я играю, вот... Вспомнить те же самые игры Dino Bash, да? Потом они сделали перерыв на год. У меня, извини, за это время 3-4 раза переустанавливался эмулятор, да? Но суть-то не в этом, что он там переустанавливался. Суть в том, что сейвы теряются от игр. Есть, ребята, игры, которые прикручиваются, как говорится, к Фейсбуку, например, как Черепашки-ниндзя, всадники там, драконы-всадники Олуха, это все понятно. А есть игры, которые привязываются только к Google Play, и когда ты, например, устанавливаешь ее заново, бывает какой-то сбой и нету сейвов. Например, как Summoner Storm, вот, в которую я решил вернуться, кстати, будет, ребята, на днях продолжение прохождения этой игры. Это копия игры, которая называлась What's Again? Поймай курицу, если сможешь. Многие, наверное, помнят, да, на моем канале эту игру. Я в нее играл. Вначале тоже там, ой, какая легкотня. А потом мне так там наваляли, ребята, что я даже не знаю, что делать. Вот. И вот я как бы решил поиграть в ее аналог. Вот. А что из этого выйдет, ребята, я не знаю. Будем смотреть. Зайдет она нам, не зайдет. Все будет, как говорится, видно со временем. Так, слушай, секундочку. О, вот, ребята, видите, Леонардо оригинал. Он, мне кажется, все-таки намного лучше. И как провокатор, и видишь, у него еще уклонение автоматически ставится. О, Рафаэль психует. И что делает? На-ка. Ну, добьем или нет? Да, добили. Ну и все. Прямиком бежим с тобой на Крэнга. Ну как на Крэнга?
придется перед ним еще подраться. Там один бой сделать. Вот, один бой сделаем с собой. А там уже, как говорится, и крэнк не за горами. Единственное, мне не нравится, что у нас... Давай-ка мы, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Для чего я это делаю, друзья мои? Для того, чтобы восстановить здоровье нашему Усаги. Что-то мне не нравится его положение дел. Ты видишь, сколько у него здоровья, да? А вот теперь мы с тобой хильнемся. Майки потом можно будет убрать из команды, конечно же. Потому что, ну, Майки чем, ребята, меня не устраивает лично? Тем, что у него нет массовой атаки. У него есть уклонение, но, понимаешь, теперь у нас идет больше, как тебе сказать, атакующая команда. Раньше она была у нас такая, пассивная, да? Мы могли с тобой терпеть, ждать, уклоняться и бомбить втихаря. Но теперь мы более агрессивны, и нам нужно как больше, как говорится, наносить дамага, и желательно первыми. Поэтому Майки здесь, как дамагер, не устраивает меня вообще. Да, у него есть уклонение, которое очень хорошо спасает. Но спасает она, опять же, только тех бойцов, у которых приличный уровень. Если, например, мы вот тут вот соточки, да, а с нами будет, например, там 50 или 60 уровень, это уклонение, оно просто ему не поможет. Вот и все. А вот именно для высокоуровневых бойцов, да, оно заходит очень хорошо. Ну, ты видишь сам, потому что он промахивается. Здесь тоже практически не попал. А супер Шреддер, ну, ты сам видел, что он делает. Во-первых, у него висят хил, пускай даже и не сразу, который хиляет, но постепенный. Есть постепенный урон, есть постепенный отхил. И его супер мощная, конечно, вот эта атака шипами. Она вообще имбова, и ты видел, что они сделали в прошлой серии вместе с Рафаэлем. Они просто рвали там всех. Так, ну что ж, давай. Вот она, наша команда. Тут у нас, конечно, Ванька-стиранка. Крэнк там бубнит себе, как всегда, что-то под нос. Но нас это не интересует. Ваню мы с собой здесь прорвем быстренько. Я не буду, ребята, здесь тратить, естественно, суперудары. Будем просто с собой его вот так вот. О, мы его еще и заблокировали. Так, он отхил врубил, да? Ага. Ну-ка. Что-то у нашего супер-шреддера никаких скиллов нету боевых. Все в откатах пока, да? Ну, а вот и Крэнк, друзья мои. Вот и Крэнк собственной, так сказать, персоной. Сейчас мы будем его потихонечку чекрыжить. Ну, давай, давай, давай. Радостный, такой радостный. Мне нравится его вот этот вот азарт, и он и веселуха такой, знаешь, довольный. А я вот сделаю его так, я не буду спешить. Я прокачаю своих ребят на атаку. Пумс, ух ты. А если я вот так сделаю? Раз. Ага, мы не заблокировали его. У него очень, ребята, быстро копится инициатива, ты видел? Очень быстро. И добивка. Все. И тут Крэнк уже что-то не такой довольный и веселый, как ты видишь, а наоборот, грустный и беззащитный. Потому что он без своего робота этого сделать ничего не сможет. Ну что же, а мы с тобой выбираем призы. Это все пропускаем, потому что мы это читали. И забираем свои награды. Во-первых, пак, который, в принципе, мне не нужен, да? Все это у нас есть. А вот сундучки, это то, что мне нужно, ребята. Вот, видишь, потихоньку мутаген идет. Ну так мало. Ну, что-то вообще как-то... А, тут еще и доллары потихоньку копятся. Кейси Джонс выпал нам. Так, нейтрализатор. Окей. Так, Рафаэль. Донателло. Леонардо. И опять Рафаэль. Ну, ты видишь, что здесь. И Леонардо классический. Ты смотри, сколько мы с тобой набили. 11 500 мутагенов. Я считаю, что это круто. Я считаю, что это круто. И мы с тобой прокачаем сейчас. Кто у нас там? Голубь Пит. Да-да, собственно, персона, ребята. 41 уровень получил. Кто у нас там дальше идет? Есть кто-нибудь еще 30-е? Нету. Нету, ребята. Остается Бибоп. Давай, все, сольем в него. Тынь-тынь-тынь-тынь, радостный. 45 уровень он. Все, друзья мои, это прекрасно, это превосходно. Тут очень много излишков у нас накопилось, но менять уже нет смысла, потому что у нас этого, ребята, этих сюриков, помнишь, когда мы раньше с тобой сюрики эти еще копили? Ё-моё, как же так, нам не хватает там сколько-то, теперь у меня их сколько? 343 тысячи сюрикенов. 343, ты представляешь, сумма какая?
Вот-вот. Ну, а нам, ребята, здесь, по-моему, больше и делать-то нечего. Да, мы, пожалуй-ка, будем, наверное, с тобой закругляться. Всем, как говорится, большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя.